День кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирай с собой? Я так... И все-таки смерть... Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айвенсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айвенс останется для нас одним из лучших. Атрос, Арлингтон, Вирджиния, США. Тип скелета, специалист, щист, овердрайв, стимуляторы. Его будет помнить семья, друзья, соратники и народ Америки. Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант. Ненужная. Сынок... Я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант... А что делать? Так, ствол с глушаком. Атлас. Вон там трое. Твои, Митчелл, вали их. Еще один готов. Так, тоже готов. Сенсорную гранату. Огонь.
нахуй все. Собраться у двери. Давай, только тихо. Приготовь бесшумный заряд. Господин премьер-министр, мы спасательная команда Атласа. Можете назвать свой код? Гулу Танго. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Ладно, сынок. Пророк, посылка у нас. Двигаем к выходу. Атлас 01, отходите к себе. Так, это что за херня? Вас понял. Вижу дронов на заднем дворике. Пусть пройдут. Мать вашу, что такое? Патруль. Где ты его увидел? Где-то вот шум идет. Не стреляй, пусть пройдут. Не, в такую хрень стрелять-то не стоит. Не толпы-то сколько. Подпустим, чувак, не ссы. Чего? Так что у тебя с рукой, мать твою? А что это стимуляторы? Атлас 01, транспорт на подходе. Пошли, пошли! Эй, что-то я не понял, что это стимуляторы-то? Митчелл, болван. Ты покойник. Не понял. Спрос! Отказ техники не оправдание. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай! Перезапуск симулятора. Все вернутся на стартовые позиции. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики.
это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру в Корее, Сьерра-Леоне, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Хрена у вас тут технологии, ё-моё. Митчелл, знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ладно, сюда. Ну пошли, чувак. Гидеон. Айронсу ты понравился. Хрена себе, как он там, Человек-паук, что ли, или кто это? Так. Мы разработали два типа экзо, штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. Специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники тебя ждут. Почини эту штуку и иду ко мне. Здравствуйте, чините. Здорово, мужик. Что там с этой рукой? Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо, еще раз. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. О, другое дело. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Пойдем на стрельбище. У него штурмовой экзо. Бедолаг не вмешивается. Что-то доказать? Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Так, и что тут можно выбрать? Ладно, собирайся. На твоем экзо установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Когда будешь готов, займи позицию. Ну, допустим. Начинаю тренировку. Первый раунд. Смотри, куда стреляешь. А, снизу нельзя. Используйте овердрайв. Второй раунд. Используйте овердрайв.
Да что ты, ё-моё. Одного пропустил, да? Третий раунд. Так, тут, может, нет. Бляха. Используйте овердрайв. Опять одного нафиг упустил. Тренировка завершена. Оценка отлично. Ништяк. Вот дерьмо. Откуда взялся этот парень? Учись. Теперь метание гранат. Нужно потренироваться с разными. Босс, мы готовы снова запустить симулятор. Вас понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходную. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу, в зависимости от цели. Включи пульт. Чё включить? Кидай сенсорную гранату! Выстрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. Переключись на эйме, чтобы уничтожить дроны. Гранату и держи прицел для наведения. Вот она как работает. Хорошо. Повторим, теперь всерьез. Ну давай. Начинаю тренировку по метанию гранат. Использую сенсорную гранату еще раз. Тренировка завершена. Оценка удовлетворительна. Что-то хреновенько. Это неплохо. Начинаю еще раз тренировку по метанию гранат. Да ё-моё. Да идите его нафиг. Что-то хрен поймешь, что это не время, я их чуть не различаю. Не зевай. Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Выбирай свою выкладку. Ты чё выбирать-то? Я вроде всё выбрал. Лифт. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1, старт. Я веду. За мной.
Вот и они! Сними их! Контакт на 12! Польза овердрайв! Ой, ничего себе, что это было-то, и что это самое? Один, старт. Я веду, со мной. Вот и они! Пользу овердрайв! Да нафиг так. Атлас 01, мы нашли премьер. Есть центр, южное крыло. Палки. Дави! Чисто. Вперед. Ладно, выбери точку входа. Врываемся в прицентр. Иду через гостиницу! Солдаты врага впереди! А, во, Эмис! Свет! Фу, блин, они подписаны, а я чё-то... Что, мне нужно сенсорное. Вот оно чё, оно подписано, я чё-то внимания не обратил. Вот, блин, слепой. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Так, это что у нас было? Атлас 01. Внимание! К вам направляется большой отряд противника. Вас понял, Пророк. Дроны! Используй Эли! А где Эми? Митчелл, используй штурмовой дрон. Так, конечно, можно воевать, так и постреляйте еще. В зоне чисто! Продолжай движение! Пошли, пошли! Нет никого. Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Президента внутрь. Хоть на этот раз не облажайся.
Высылаю птичку. Будет у нас через минуту. Вас понял, прошу. Ладно, залетаем. Используй щит! Вижу его! Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. Так, у нас есть еще улучшение. У нас давайте посмотрим. Перезарядка. Давайте перезарядку качнем. И так, тактическую батарею, быстрый прицел. Давайте прицел. И давайте мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотры. Комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.